Мастерская Бакхаус и ее идейный вождь и вдохновитель Раиль Афхатович. Болел Volkswagen с начала 90-х, когда только увидел еще в журнале, если не ошибаюсь, «За рулем» какая-то картинка была жука. Просто мое возбуждение было настолько велико, что просто мечтал. И по истечению, наверное, 8 лет, так оказалось, что рядом с моим домом, где я живу, находился питерский же клуб в гаражах. Я пошел, посмотрел, спросил ребят, как дела, все в порядке. Спросил, есть ли на продаже жуки. Мне ребят сказали, там у забора стоит машина. Стоит всего лишь 1100 рублей. Евреи этих, американских. Пошел, посмотрел. Крылья приварены к кузову, покрашен кисточкой, но заводится и ездит. Денег не было, было всего 200 долларов. Деньги нашел за 2 дня. Через 2 дня я уже был счастливым обладателем своего автомобиля, который с успехом прятал в соседнем дворе, чтобы родители не увидели, потому что был бы позором семьи, как они тогда сказали. Случайно обнаружили, В общем и целом, семья тоже полюбила эту машину. А потом так случилось, что освободилась вакансия в мастерской, и я с радостью приобрел эту мастерскую. И вот уже 12 лет я, являюсь ее хозяином, вдохновителем и, Ну и помимо мастерской, куча мероприятий, которые мы проводим. Помимо ремонта, мы еще делаем всякие развлекательные программы для питерских, и не только питерских, жуководов, включая фестивали, ралли, ну и просто посиделки, тусовки. Мы, если честно, не занимаемся реставрацией, мы больше занимаемся восстановлением. До реставраторов нам еще очень-очень далеко, потому что, если честно, в России, я думаю, единицы людей, которые могут назвать себя реставраторами. Потому что это, в большей степени, это 100% восстановление, и как
Я думаю, максимум сохранения из исходного материала, то, что было. Вот. Включая винтики, винты, болты определенных шлицов, определенных размеров, так, как было раньше. Это очень-очень сложно. Поэтому сложно. Я не могу сказать то, в общем-то, чего не знаю на 100% по реставрации. Поэтому мне очень повезло с женой, я ее безумно люблю. Вот. Мы, в принципе, наверное, обе две творческие натуры. Она художник, дизайнер, архитектор, я строитель, Жуков. В общем-то, в этом плане все прекрасно.